Дорогие друзья, я бескрайне счастлив, потому что сегодня рядом со мной находится замечательный поэт-песенник, прекрасный автор многих популярных произведений, которые исполняются на многочисленных радиостанциях, Алексей Стефанов. Благодаря этому человеку зазвучали мои хиты «Лилия» и «Песня для тебя», которую мы исполнили с Натальей Нейт. Леша, здравствуй. Очень рад тебя сегодня видеть на нашем проекте. Расскажи, пожалуйста, что изменилось за это время, какие у тебя творческие планы и сколько стихов у тебя новых появились на свет? Ну, за это время у меня вышел диск «Закоулки души», и сейчас готовится к выходу второй диск на песни на мои стихи. Будет называться «Мой берег». Очень замечательные артисты туда вошли. И сейчас диск еще дополняется, и в конце августа выйдет новый. То есть мы работаем, и думаю, что в следующем году уже и третий, и четвертый появятся альбомы. Замечательно. Я всегда являюсь поклонником творчества этого замечательного автора. Леша, а назови, пожалуйста, список исполнителей, или ты, наверное, их уже всех не помнишь, для которых ты... Денис Варфоломеев, Наталья Нейт, Таня Юрская, Виктор Матросов, Юрий Герляйн, Владимир Михайлов Мастер, ну и бесчисленный список. И Оксана Иванова скоро исполнит мою тоже новую песню. Я желаю тебе, Леша, творческих успехов. Пусть муза никогда не покидает тебя, но а нам, артистам, красивых песен.